В будущем году материнский капитал вырастет. Минтруд России подготовил проект бюджетного пенсионного фонда России на ближайшую трехлетку. В документе предусмотрена индексация материнского капитала, исходя из прогнозного уровня инфляции в 3,7%. Так, размер материнского капитала в следующем году составит 483 882 рубля на первого ребенка. На второго эта сумма составит 639 тысяч, если на первого семья не получала маткапитал. Если же получала, размер доплаты на второго ребенка составит 155,5 тысяч рублей.